Как гласит народная мудрость, автолюбитель счастлив дважды, когда покупает машину и когда ее продает. Для большинства владельцев автомашин мечта о хорошем гараже сравнима с мечтой Остапа Бендера о Рио-де-Жанейро. Но и гараж еще полдела. У хорошего хозяина все под рукой. Гаражное автомобильное общество «Космос» пролетарского района города Саранска тому подтверждение. В апреле 89 года председатель пролетарского отделения Всероссийского общества автолюбителей Алексей Романович Казимиров и нынешний председатель общества «Космос» Иван Васильевич Химонин решили создать гаражное общество с собственной технической базой. Начали с нуля. Постепенно приобретали инструменты и оборудование. Теперь «Космос» — единственное в городе гаражное общество, где имеется все необходимое для ремонта и технического обслуживания автомобилей. Во многом благодаря энтузиазму этих пожилых людей. Бывшие фронтовики, они рассчитывают на собственные силы и взаимовыручку. В мастерских общества, как говорится, не отходя от гаража, можно решить многие проблемы автолюбителей. И расценки здесь ниже, чем в автосервисе. В среднем на 30%. Существует уже в течение 2 лет. Мы стараемся обслужить всех автолюбителей пролетарского района, ну и не только пролетарского района, всей нашей республики. Как нам это все приходится делать? Все это состоит в том, что это сделано нашим энтузиазмом. Энтузиазм наших людей, наших автолюбителей, нашего гаражного общества, тем более «Космос», которые принимали активнейшее участие в создании всех этих условий для работы нашего маленького автосервиса. А я, как имею громаднейший опыт, притом потомственный автомобилист, я отдаю все силы и энергию для того, чтобы человек был доволен нашим услугам, которые мы на сегодняшний день производим.